Смотрите, здесь тоже есть Трамп отель. Все такое. Такое местечко здесь. Отель Венеция. Это маленькая Италия. Вот, кстати, отель Цезарь Пелес. Здесь снимался «Мальчишник в Вегасе». И маленькая Италия рядом. Венеция. Так, нам направо получается, да? У них все так продумано до мелочей, прям даже вот, вот эти вот рисунки, которые на балкончиках парковки, да? Все в таком стиле. Вот такие дороги вообще на парковке. Как будто бы сейчас не проедешь. Ладно, здесь крыша у нас прозрачная, да? Очень хорошо, мы прям смотрим высоту. Да, наверное, можно, я думаю. Что мы в Италии. Даже небо есть. Можно поплавать. Так, ну что, мы устали уже здесь ходить. Одни магазины, одна роскошь. В общем, сейчас поедем в детский магазин. Не детский, а шоколадный, вкусный. Так, мы сейчас поедем на трамвайчике. Трамвайчики ходят поверху. Можно добраться до любого места, он совершенно бесплатный. Вот 6 минут нам буквально ждать. Так что, в принципе, если на стрип снимать, все очень близко находится. И пешие доступности, трамвайчики, в принципе, мило прокатиться и посмотреть на все вокруг. Очень даже неплохо. Ребята вчера у нас гуляли, вот сегодня мы пойдем. С Артемкой мы не были. Тимка у нас остался в номере, не захотел. Мы сейчас пойдем в магазин Hershey's. Не были ни разу в таком магазине. Там есть Hershey's шоколад и M&M's, да? Да, конечно. Вот. И M&M's-то мы были, в M&M's World, в Орландо это есть все. Вот. А сегодня мы пойдем в Hershey's магазинчик. Я немножко поснимаю, покажу. Что там? Где-то на 29 этаже. Да, на 29. А, кстати, знаете, как у нас лифт едет? Артемка сегодня считал за 8 секунд. Но мы немножко дикие, конечно, мы просто в высотных этажах никогда не жили. А отель, по-моему, мы первый раз снимаем, да, такой на 29-м. Первые два этажа показывает, а потом пауза, и потом сразу показывает 29-й. Я считал, сколько проходит времени. Там первый этаж, второй этаж, третий. Я до 9-го досчитал, но по факту приходил 29-й уже этаж. Вот трамвайчики, кстати, вот такие вот. Ария. Экспресс, это отель такой рядом с нами. А, понятно. Наверное. В общем, короче, в этом лифте у нас закладывают уши, потому что он, на самом деле, видимо, очень быстрый, но ты этого не ощущаешь, да? То есть ощущений вообще нету, но уши закладывают. То есть 20 этажей пролетают там? Да, за 8 секунд 20 этажей. Вот. По ушам только и чувствуешь, что ты что-то пролетело. Вот. А так мы, конечно, за эти дни... Сколько сегодня дней, получается, ты считал? 3 дня мы? Ну, 2 дня. Ну, 2, наверное, таких насыщенных, да, и... Ну, как-то уже... Двое суток мы еще даже не наступило. Да, и мы уже были практически
везде. Париж у нас еще остался, да? Вот мы сейчас пройдемся, наверное. Вот, в Италии были. В Белладжо. Ну, посмотрим, может, завтра Париж оставим на завтрашний день. Угу. Не знаю. В общем, мы, получается, завтра будем гулять. У нас машины нет, мы, кстати, машину сдали. Не сдали. Ну, в смысле, уже как бы прощались с ней в любом случае. Завтра утром, да. Мы уже поставили ее. Поставили ее и попрощались. Все забрали, заправили. Кстати, бензин здесь 4... Доллары, да, мы заправлялись последний раз? Даже, по-моему, 4,5. 4,5. Везде по-разному. Да, где-то как у нас. Дешевле, а есть просто прямо, видать, место такое. Да. Но я заправился на 72 доллара. Мы, во-первых, много раз покатались по Лас-Вегасу и еще съездили на Гранд-Каньон, а это только, не знаю, сколько, больше 100 миль. Так что не так много она жрет. На 70 да. долларов мы накатались за 2 дня. Да. Нам что-то нравятся такие огромные машины с Артемом. Очень комфортно путешествовать на них, вот реально комфортно. Единственное, что некомфортно было вот в этом, в Италии, да, там просто паркинг вообще. Очень низкий паркинг, там от крыши, ну, вот так вот. Да, для этой машины. Машина, кажется, качнется и заденет. А я подхожу, так у меня вообще получается, я вообще маленькая с этой машиной, у меня фары в глаза, в общем. Танцевать будешь? Как прикольно, сейчас поедем, будет классно. Вкусно пахнет, да, кстати. Так что, да, можно вообще без машины здесь обходиться. Здесь очень высоко. Вот. А так, в принципе, особо ничего не видно. Прикольно. Так что можно спокойно без автомобиля обходиться. Мы недолго будем сегодня и завтра. Так, покатаемся и все, и уже улетаем. Так, парк MGM приехали. Через него пройдем. Привезли детей в город грехов. Чики-чис по взрослому. Ну, им определенно здесь нравится. Так, мы сейчас идем в Хершис. Улочки такие приятные идти, особенно мне в моих таких ботинках. Прикольная плиточка. Не асфальт. Классно.
Какие девочки ходят, смотрите. Какие девочки. Как им не холодно. Раздетые ходят целый день. Что, тем все? Купили мы тут билеты на Копперфильд. Копперфильда, да, или Копперфильд, как его зовут? Вот, и что-то Тёмка посмотрел и решил сходить. В общем, пойдем мы вот сюда вот. Здесь у него театр. Сходим на его представление. Посмотрим. Так, мы тут зашли, увидели роботов. Так, девчонки от радости визжат. Я знаю, кто его. Как его называют? Как он называется? Сэм. Да? Сэм. Сэмбот. А что он делает? Понятно. Это будет здесь. Так, мы пришли на шоу. Такие места здесь. Будем сидеть сейчас. Ну, классная сцена. В принципе, не так далеко. Мы думали далеко. Мы взяли последние места, которые остались на время на это. Да, доча? Что? Прокашлись. Ты будешь спать? А мне нравятся эти места со столиками. Вообще очень удобно. Я смотрела только в детстве, если честно, его. Вот, когда он был совсем молоденький-молоденький. Да? Это такой взрослый дяденька вышел буквально. Мы стояли, ждали на входе. Сеанс закончился предыдущий. Угу. Самый первый из зала вышел он, всем помахал и пошел куда-то. Вот мимо нас прошел, мы сразу не сообразили. Потом уже понял, маски идет по глазам, все это он. Легенда. Ну, вообще, очень интересно здесь так уже. Такой зал интересный. Сам по себе прикольный, удобный. Вот, для... Но снимать здесь нельзя, так что трансляции не будет. Да, к сожалению, не будет. Да, я в шоке. Кстати, мы сидели в самом конце, купили билеты. И нас пересадили прямо вообще к сцене, представляете? Два столика нам дали, 3 на 3. Мы прям в шоке, это очень круто. Купили билеты в самой попе. Вот. И подошел человек и сказал, пересаживайтесь, пожалуйста, ближе к сцене. Вот. В общем, сюрприз. Очень приятно.